Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем здесь приз. Хорошо, и отправляемся в магазин. Здесь у нас две колоды. Так, что нам достанется? Во, мутаген, деньги, звездочки. И что там за карта? Острозуб. Замечательно, еще одна колода у нас. Называется Тайна. Так, хорошо, пицца пригодится. Звездочки и карайка нам достается. Замечательно, забираем, ребята, с вами ревард. Еще 20 звездочек получаем. И мутаген с долларами. Замечательно. Все, продолжаем забирать, ребята, ревард, выполнять задания. Так, поднять уровень персонажу. У меня есть, кому поднять. И это будет у нас Джастин. Давайте, сколько там нужно ему мутагена? Всего 25. И щупальцу ему прокачаем до второй ступени. Шикарно. Забираем опять же с вами ревард. И сразиться нам нужно с вами в 10 боях и в 3 боях в сложном режиме. Так, начнем со сложного режима. Так, давайте. Ой, подождите, нам нужно не это, за карточки, конечно же. Так, кого нам дадут? О, Рахзара дали карточку. Это хорошо. Еще одну. Ха-ха. Ну, давайте тогда еще и третью. Ну, нет, не дали. Ну и ладно. Так, ревард забираем. И еще нужно нам с вами 7 боев произвести. Но мы с вами сделаем вот так, по-хитрому. Мне нужна Эйприл. Нужны карточки, поэтому будем искать. Тут, как говорится, нам не повезло. Давайте-ка еще разок попробуем. Да что ж такое-то? Ну хотя бы в третий раз фартанет, а? Ну давай, давай, давай. Есть, одну карточку получили. Замечательно. Так, нам еще осталось, по-моему, сколько там? Я уже не помню. О, Кейси Джонс. Давайте-ка на 5-ю ступень поднимем. Отлично, растет он у нас потихонечку. Хотя его и не качает, но так получается. 6 боев. Хорошо, поехали. Сейчас мы что-нибудь выберем с вами. Вот, давайте, пожалуй, здесь. Таких у меня нету. Тут у нас и тыква, и шлем с этими, с напитками. Так, хорошо. Давайте дальше. Здесь добьем, пожалуй, все, да? Заодно у нас здесь идет и прокачка. Мы получаем с вами по 16 очков опыта. Мало, конечно, но все-таки. Так, давайте, наверное, последняя у нас драка. Да, ребят, задание у нас выполнено. Забираем здесь все. И нужно пройти одну серию испытаний. Так, давайте вот здесь, пожалуй, мы начнем. Возьмем свою команду. Моя элитная команда. Круче их просто нет никого. Но единственное, что мне не нравится вот бегать по этой, как говорится, карте. По комиксной. Все черно-белое какое-то, не цветное, не яркое. Так, ну что, андроид упал один. Давайте, наверное, вот этого сейчас добьем. Ах ты, не получилось. Ого. Так, тихо-тихо, ребята, не надо тут буянить. Добивай, Крис. Так, Эйприл, давай подхил делай. Не дай бог тебя еще уронят здесь. Хотя, в принципе, нам, ребят, без разницы. Даже если мы здесь и потеряем пару бойцов, главное нам просто пройти эту серию испытаний. Вот и все. Так, отличненько. Последняя заключительная волна у нас здесь. Оу. Так, усиливаемся. И начинаем потихоньку бомбить. Так, ну Хана мы сейчас не добьем с вами, это понятное дело. Все-таки он выстоял. Что он делает? Не тут-то было. Ну-ка давай. Во, хорошо. Майк как раз вовремя подоспел. Смотрите, Зек у меня с контрударом. Замечательно. Сейчас он будет бомбить этих роботеков всех. Давай, 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 давай. Еще этому звездане разок. Нормулька. Так, ну что, давайте попробуем. Ага, Хана добили. Так, мутагеноид, хорош буянить уже, а. Остался, значит, тигр и мутагеноид. Сейчас быстренько мы их разберем. Тигр сейчас контрит. Ну, Майк, добивай, отлично. Так, Эйприл. Ой, зачем я так сделал? У него уже контрудар. Блин. Ошибочка вышла, ребята. Я бы мог, наверное, сохранить все-таки Эйприл. Но немножко сглупил. Ладно, главное, что прошли. Сейчас мы с вами... А, в принципе, это у нас последнее было задание. Мы забираем абсолютно все здесь. Так, звездочки, отлично. И здесь нам еще достается карточка, конечно же, Рафаэля. Долго я на него коплю уже. С самого начала игры, как выполняю все эти задания.
Ну что же, давайте тогда мы с вами вот здесь начнем. Будем драться за мутаген против мутагеноида. В принципе, я без проблем дохожу где-то до 900 мутагенов. Это получается какая? Третья стадия у нас. Ну, сегодня попробуем, наверное, перейти на четвертую. Там, по-моему, дают 1200. Я все время до этого не рисковал, ну, а сегодня хочу попробовать. Так, здесь, в принципе, все без проблем. Я играю на автобои, ставлю, они разбираются с ним без проблем. Так, хорош буянтин. Вот, видите, он даже никакого урона мне не наносит, потому что он слабенький, он 20 уровня всего лишь. Так, все, отдыхает. Отлично. Так, сейчас нам будут уже давать, по-моему, если не ошибаюсь, 900 мутагена. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, мы 600 получаем. Да, плюс 300, 900. Ладно, 4 звезды 30 уровня. Этот охламон. Так, да, что ты? Ага, можно, наверное, ребят, на автобой также его добить. Ничего в нем сложного нет. Вот зачем Майк делает вот этот вот удар? Что он снимает? У нас нет ничего такого плохого, чтобы можно было снять. Странно, конечно. Ну ладно, ему виднее. Так, хорошо. Оу, мы ему понизили атаку. Все, он наш хлопчик. Слушайте, мы, в принципе, разбираем здесь его без проблем. Я думаю, что стоит рискнуть на 1200 мутагена. И в общей сложности у нас получается 2500 будет заработано. Если мы, конечно, сейчас его победим. Так, была не была. Я иду со двора. 4 звезды 40 уровня. У меня 3 героя. Ну, в принципе, должны справиться. Оу, как он больно бьет, ребят. Так, берем, как говорится, контроль в свои руки. И будем его сами добивать. Так, тихо. Ай, Бибоп упал. Да хорош ты, что ты делаешь, а? Успокойся, давайте попробуем постепенный урон повесить. Есть. Ну что, Майк, давай. Как-то ты слабенько бьешь. Оу. Слушай, ребят, не знаю, получится ли. По идее должно. Да, Майк упал. У меня только остается тигр. Но он с контрударом. Так, если мы сейчас его добьем. Да, отлично. 1200 мутагена мы получаем. Пускай, конечно, у нас не 3 звезды, а 1. Но, тем не менее, мы прошли. Так, а теперь я хочу, знаете, что сделать? Сходить, пожалуй, на арену. Меня там вроде бы немножко понизили по рангу. Да, Лига Элиты 2. А я был на 3. Почти даже на самураях вроде бы. Так что давайте-ка приступим. Будем драться, наверное. Слушайте, нет смысла брать слабеньких. Блин, у меня всего 6 карточек отката. То есть я могу сделать 2 полноценных хороших боя. Да, давайте, наверное, так с вами и поступим. Забираем самых своих сильных и крепких малых. Так, и давайте уже потихоньку разбомбить их. Бросаем замедление. Шикарно. Тигр, ну тигр сейчас добьет всех. Да. Тут все хорошо у нас получилось. Сейчас придется нам сделать откат по персонажам. Меня поднимут до 3 звезд. Да, элита 3 звезды и 78 место. Хорошо, мы продолжаем с вами бой. Это будет у нас последний, я так понимаю. Так, давайте, наверное, возьмем... Да, вот этого вот крайнего. Тут какой-то, конечно, парнишка лежит на фотографии. Пускай не обижается, если что. Так, Майка и Эйприл. Возвращаем и бой. Ух, была не была. Поехали. Как обычно, ребята, Зэк, потом Тигр, ну и все остальное. Так, ну, Майк, давай. Ага. Не всех добили. Ну-ка, Крис, давай. Отлично. Осталась только одна черепашка. Все, Зэк, наверное... Да, добили. Ну что же, замечательно. Мы, наверное, сейчас с вами поднимемся где-то на место 50-е, 55-е. Ну, там еще пару боев, и я до самурая доберусь. А, 45-е даже место. Все, здесь мы тоже, пожалуй, с вами закругляемся. И переходим вот сюда, ребята. Я хочу попробовать сегодня вот подбить этих двух каменных големов 46 уровня, 5 золотых звезд. Ух, долго я к этому иду, все время они мне мешают. Но я хочу дальше проходить сюжетную линию
посмотреть, что нас ожидает там. И, как говорится, делаю этот рискованный шаг. Все время я к нему подхожу, уже у меня хотя бы одного бойца нету, это очень плохо. Мне как раз там не хватает Эйприл или Криса, которые, в принципе, у меня падают в первую очередь. Так, усиляться мы не будем, это нам пригодится, я думаю. Давайте так вначале попробуем атаковать. Так, не добила Эйприл, к сожалению. Суперудары нам тоже пока пригодятся. Сейчас будут эти роботеки, наверное, ходить. Будут или нет? Да, стреляют. Они еще на себя повесили контратаку. Вы представляете? Мне нужно отхиливаться, ребята. Как ни крути. Я даже не знаю, как лучше сделать. Сейчас стрельнет Эйприл, вот. Фу, ребят, может быть, все-таки мы пройдем. По крайней мере, дойдем до этих двух големов. Возможно, даже не полным составом, но хотя бы вчетвером. Это уже будет большой плюс для нас. Вторая волна. Здесь то же самое почти. Вот здесь уже надо укрепляться, ребят, потому что к последнему боссу мы должны прийти крепкими, усиленными. Так, что он там делает? Ага, скорость повышает. Бомбим тогда их всех. Вау, круто, ребят, смотрите, мы прошли с вами до босса всем составом. Практически все у меня целенькие и здоровенькие. Вы помните, да, этих двух охламонов? Как они меня в прошлых сериях бомбили. Меня ж прям до психоза. Ладно бы там еще один, но их тут двое. Фу, будем пытаться. Давайте массухой, наверное, звезданем. Их тут двое, сразу двоим урон. Воу, черный голем получил больше всего урона. Значит, он будет попроще. Так, у меня, ребят, созрела идея. Мы будем сейчас его, наверное, и бомбить. Крис контрит, хорошо. Ай, Эйприл, елки-палки. Мой хил упал. Слушайте, ну мы голема сейчас добьем, по ходу дела, черного-то. Да, он падает и остается вот этот вот розовенький. Так, попробуем ему критануть. Вау, еще и постепенный урон повесили. Так, он сейчас, наверное, Криса будет бить. А, промахнулся, олух. Все, ребят, он наш. Да, наконец-то, наконец-то я прошел этих двух боссов-големов. Да, пускай две звезды, но все-таки. Лео? Не может быть. И Карай, и нейтрализатор. Серьезно, что вообще происходит? Долгая история, Эйприл. Как же я рад вас видеть. И я тоже. Как дела, Лео? И что же вы делаете в измерении X? Не хочу мешать вашей трогательной встрече, но нам стоит сосредоточиться на том, как отсюда выбраться, пока не заявились еще каменные чудовища. Карай права, сюда идут новые кренги, я их чувствую. Вот так вот, ребята, даже была предыстория. Ну что же, хорошо. 4 планшета. Ух ты, мы еще получаем с вами колоду эпическую. Круть, нам дали много мутагена. Ух, звездочек сколько дали. И карточку Рафаэля. Открыть сложный режим. Да, ребята, открывается у нас с вами 6-я глава. Называется «В измерении X всегда непривычно». Мы обязательно с вами ее посмотрим. Так, ну что же. Ух ты! Наконец-то я получаю Рафа. Как же я долго к этому шел. 3 звезды золотые. Так, что? Надо прокачивать, ребятушки, надо прокачивать ему уровень обязательно. У меня мутагена много. Давайте тогда, наверное, все полностью в него сольем. Жалко, конечно, но я думаю, что он того стоит. У меня очень мало персонажей с 3 золотыми звездами. Так, 2 ступень еще получена у него. Добиваем, ребята, добиваем. Сколько мы максимум можем дожать? 41 уровень. Замечательно, практически догнал моих хаев. Раф готов задать врагу хорошую трепку. Оскорбляет всех врагов на один ход. Вероятность 50% увеличить вероятность критического удара на 50% в течение одного хода. Раф в ярости увеличивает силу атаки союзников на 40% в течение 2 ходов. Ууу, шикарно, ребята. Ха, то, что нужно. Я даже, может быть, поменяю его на Криса. Да, конечно, хотелось бы еще получить одну звезду, но 1790 это уж больно дорого. Для меня это уж точно. Так, а что у нас здесь? Почему одна звездочка? А, ну это я ему могу еще уровень поднять, да? Ну, мутагена у меня не хватает. Так, давайте посмотрим, что у нас в магазине за звездочки. О,
Вот этого надо обязательно приобрести. Он мне тоже нужен. Так. И тигра, конечно же. Потому что он добывается только с вот так, таким макаром. Так, у меня $337. Наверное, я не буду здесь больше ничего пока покупать. Деньги поберегу. Так, жетонов у нас не хватает. Монеток у нас тоже мало. Ничего, ребята, все накопим. Все потом с вами приобретем. Ну что же, я думаю, что настала пора нам посмотреть с вами сюжетку новую, которая только что нам открылась. Глава 6. Фух. Так, эпизод 1. За барьером. Ну что же. Так, давайте, наверное, Рафика все-таки возьмем. Хотя у меня Крис 45 уровня. Эйприл надо, наверное, оставлять нам. Блин, я не знаю, может быть, конечно, я неправильно делаю, но уж больно хочется мне поиграть этим Рафиком. А то Крис у меня уже здесь засиделся. Низшие формы жизни доставили много хлопот Крэнгам. Как Крэнг допустил, чтобы такое случилось с Крэнгами? Это скоро уладят, о, великолепнейший. Я лично прослежу, чтобы эти уроды больше никогда не встали на пути Крэнгов. Вот самоуверенный, а, Охламон. Хорошо, хорошо, уничтожить их всех, всех уничтожить и завершить Крэнгоформацию. Ха-ха-ха-ха. А вот балалайку тебе. Завершить он захотел. Ну что ж, ребят, давайте приступать. Тут у нас братки 44 уровня. Практически как мы. Ну, за исключением, конечно, Эйприл, которого у меня до сих пор на 30-очке ковыряется. Но почему я, в принципе, для нее и ищу карточки. Хочу ее немножко поднять по рангу. Обязательно мне это нужно сделать. Так, ну что, вроде бы пока мы стоим. Стоим хорошо. Давайте-ка вот эту вот штуку мы с вами проверим. Йоу. Фух, круто, ребята, мы усилили себе атаку. Давайте смотреть, как мы будем с усилением. Ух ты, жарим-то не по-детски, а, ребят, вот это красота. Блин, Раф меня радует уже. Крис тоже неплох, я ничего не говорю, ребята. Оу, неплохо он с вертушки-то накатил роботу. Так, здесь их много, может быть, суперударом звездануть, а? Так. Оу, неплохо мы, смотрите, как очень даже замечательно бомбим их. Может быть, даже пройдем парочку миссий. Короче, посмотрим, как у нас тут будут дела обстоять, ребят. Загадывать не будем. Так, хорош бросаться своими тут бомбочками, а, Олух. Фу, Рафик на 41 уровне отжигает, как 45-й, молодец. Адабрямс, надо мне еще, ребят, где-то мутагена надыбать и прокачать его полностью до 45 уровня. Это, я думаю, будет вообще шикарно. Так, ну что, у нас, ребят, здесь последняя волна, как видите. Я буду бомбить всеми своими суперударами. Потому что уже, как говорится, копить не на что и некуда. Что это у нас такое? Ага, оскорбляет и берет на себя провокацию. То есть он теперь у меня стена. Хорошо. Это радует. Значит, по идее, он должен быть таким крепким малым, раз у него есть такая способность к провокации. Обычно это у нас таунты делают. Ну, или танки, по-другому. Хотя Рафик, вы помните, да, что в фильмах, что в мультиках такой озорник. Он самый такой злой из всех, недовольный вечно и в то же время самый такой крепкий. Ну, не, конечно, я не беру в расчет Лео, ихнего предводителя, или Донни, который там у них самый умный. Или Майк, который вечно там у них шутит. Раф, по-моему, самый такой боевой из них, из всех. Так, замечательно, добиваем эту воспиталку. Других слов у меня нету. Да, проходим на 3 звезды. Вообще отлично, ребята. Лучше даже и быть не могло. Так, 16 опыта получаем. Так, что нам тут дадут? Ага, мутаген 105, мало, но все-таки. Эпизод 2, наверное, надо попробовать. Да, блин, 4 звезды серебряные и 45 уровень тут у всех. Но не золотые, это уже плюс. Давайте начнем. Так, ну вроде пробиваем неплохо, сами прекрасно видите. Так, тигр, конечно, что-то здесь у меня пасует немножко. Так, Крэнги, успокойтесь. Блин, только не... Я уже думал сейчас на Эйприл, но все хорошо. Так, наверное, мы сделаем верту... Воу, вы видели с вертухана как отнял Рафта? Прилично, я вам скажу. Все-таки я, наверное, его оставлю. А вы представляете, если взять себе Рафа, предположим, и Криса. Эти два перца, представляете, повесят на нас два усиления. И мы будем всех просто-напросто здесь разбирать. Ну что, давай, Рафик, укрепляй команду.
Молодец. Так, будем атаковать. Блин, их здесь много. Я думаю, что, наверное, надо вот так вот жахнуть. Немножко остудить их пыл. Отлично. Так, добиваем вот этого. Ну и остаются вот эти вот недообезьяны. Так, хорош, не надо тут буянить. Мне Эйприл еще нужна. Успокойтесь. Все, они успокоились. И третья волна заключительная. Ребят, здесь нам нужно... Так, я вот, не знаю, провокацию, наверное, возьмем все-таки. Не дай бог они на Эйприл прыгнут. И упадет она у меня. Так, замедлялочку обязательно. Отлично. Так, у нас больше нет суперударов, по-моему. Нет, у Майка еще есть. Массовый. Так, у Тигра я потратил в прошлый бой. Давайте звезданем. Ух, отлично, я думаю, добьем. Так, подхил. Без него никуда. Ну и все, эта команда у нас в кармане. Да, Рафик, конечно, бьет очень хорошо. Мне нравится, я им очень доволен. Во-первых, как бы моя команда обновилась. Мне сразу как-то интересненько стало. Что-то новенькое. Да, ребята, на 3 звезды. Это вообще изумительно. Мы, конечно, обязательно... Оу, ребята, сюда, за дверями есть портал, ведущий на землю. Откуда ты это знаешь, О'Нил? Ты, случайно, не шпион Кренгов? Поверь мне, Карай, я просто умею такое чувствовать. Да, ребята, она у нас немножко телепат, типа того. Ну что же, мы обязательно с вами приступим к следующему эпизоду, к третьему. Но, пожалуй, это уже будет у нас в следующей серии. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Очень я сегодня доволен серией. Также у нас сложный режим открылся, тоже его будем проходить. Обязательно смотреть, что там и почем. Тут тем более 44 уровень. В общем, справимся. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи, ребята. До новых видосиков.